привет, меня зовут Роман, это канал Роман Плей и игра SnowRunner. Тут на днях вышел новый третий сезон, карта дополнилась теперь Висконсин. И тут как бы миссия железнодорожный вокзал, железнодорожные пути надо отремонтировать и доставлять там какие-то бревна. Вот как раз таки нам добро пожаловать в Висконсин. Лесозаготовки в нашем регионе уже давно застопорились. На многих участках нет электричества, оборудование требует ремонта. Где-то в лесу валяется несколько огромных бревен. Да, как раз таки надо там нам реально огромные бревна доставить. Генератор надо доставить. Заказчик уже устал ждать, а у нас нет техники для их погрузки. Еще старая железнодорожная ветка, на которой эти стволы собирались перевозить, находится в плачевном состоянии. В общем, желаю удачи. Так, чтобы подать питание на некоторые объекты, требуется прицеп с генератором для подключения. Поместите его на отмеченный участок рядом с обесточенным объектом. После этого активируйте прицеп. Прикольно. Видите, генератор добавили, как бы. Там вообще три техники еще добавлено. International. Грузовик еще какие-то два, я там уже, честно сказать, не помню, сейчас посмотрим. Так, для погрузки и перевозки бревен потребуется специальное оборудование, прицеп лесовоза и кран для бревен. Кроме того, для работы с длинными стволами деревьев необходим обычный кран большой грузоподъемности. Так что видите, сколько всего надо, чтобы здесь как бы, ну, пройти вот это DLC, так скажем. Так, ну хорошо, погнали. Так, как всегда у нас УАЗик для исследования местности, так скажем. Так, давайте посмотрим новые грузовики там, которые появились. Заодно. Потом обследуем местность. А, это прицеп, фу ты нафиг. Это не гараж, это у нас прицеп. Честно сказать, в эту игру что-то я, ну, как-то подзабил играть. Надо как-то это возобновить. Прохождение. DLC, может быть, даже пройти как-то. Так, давайте посмотрим. Магазин от грузовиков, да? Так, где у нас тут новенькие у нас грузовички? Здесь, наверное, нету, да? Так, вот этот, да, вроде бы, вот, как раз таки, вот он, DLC-шный. Но это до этого было все. Так, это было. Вот этот, да, Pacific. Здесь мне память не изменяет. Да, вроде как раз, как лесовоз вот этот. Какой-то еще был. Туз, не знаю, помню, был, не был. А, вот, вот этот, Бор, тяжелый грузовик, да, вот он, еще как раз три грузовичка было. Конечно, могу ошибаться, но вот этот точно, да, потому что его не было. И вот этот, Пацифик, вот этот могу ошибаться, но вот насчет этого точно вот он, да. Ну что, так, новые грузовички, так, покинуть лангар, давайте немножечко так посмотрим карту, что тут у нас, так, где вообще вышка-то? Ну вот в той стороне вышка, давайте как раз ее откроем. Так, чисто посмотрим. Не знаю, найдем ли мы эту железную дорогу, станцию там, куда надо довозить эти бревна. Честно сказать, сложно сказать. Ну, что могу сказать? Вообще карта красивая, очень все зеленое такое. Вообще красочно все сделано. Так, а куда мне? Направо, да? Единственное, что этот УАЗик немножко высоковат, и бывает, когда вот такие перепады, ну, я как раз в прошлый, когда делал обзор на Юкон Канада, да, там мы перевернулись, потому что нас качнуло. Ну и вот на асфальте, честно сказать, вот эта резина, честно, не очень. Она как бы по бездорожью больше. Ну что, ну, так прикольненько сделано. Довольно вообще красивая карта вообще это. Кстати, я вот эту игру попробовал на Xbox. Ну, графон, конечно, да, там подурезан, грязь немножечко не та. Как бы здесь на ПК она такая более сделана. Ну, и может
травы поменьше, так и растительность как бы немножечко другая. Так, что у нас? Вышка у нас правее, да? Где тут в тех краях она? Как до нее добраться, пока непонятно. Так, попробуем мы вот здесь, наверное, проехать. Может быть, как-нибудь до нее и доберемся. Ой, эти булыжники все-таки тут накиданы на дороге. Ну, не знаю, вот, может, там проедем, может, и нет. Ну, хотя бы вот открыть какую-то местность, да, вот, чтобы, ну, смотреть уже, что куда там ехать. А то как бы все черное, ничего не видно. Так, она вот вышка где-то тут. Нифига тут вообще... Грязь перемешку с этими с камнями тут такие, причем камни тут большие довольно-таки. Вот уже вечереет. Как-то быстро. Вот, я не знаю, такое ощущение, как будто просто этот асфальт он сполз, потому что здесь как бы вот асфальт же все нормально. Так, заправочная станция. Ну давайте немножко зальем топливо, потому что бак очень крайне маленький в этом УАЗике. Так, я, честно сказать, ночью не очень люблю ездить. Так, что у нас там? Вот как раз утро, все. Так, типа, короче, нерегулируемый перекресток, да? Везде стоят знаки стоп. Ну, в Америке как движение? Кто первый подъехал на перекресток, да, тот и как бы приоритет движения. И вот они постепенно подъезжают, ну и там как бы между собой делятся, там первый, второй проезжают. Ну, как бы есть уважение к друг другу у водителей, так что там как бы с этим проблем нет. В Европе, допустим, ставят знаки, как бы идет главная дорога, да, какая-то одна, а нет, не главный, а там знак стоит, вот там когда едешь, ну у них стоит знак, не помню как он выглядит, ну типа по правую сторону помеха. Ну у нас без знаков не регулируем перекресток, типа просто все как бы знают, что справа помеха, должен пропустить, но обычно бывает такого даже не делают. Так, я нашел какую-то. Так, где вышка-то? Вышка, блин. Вышка как-то она осталась вот здесь, ни то, ни сё. Вот она, вся вышка. Как до нее добраться, вообще непонятно. Я нашел какую-то фабрику или что это такое вообще? База какая-то. А, это... Нет, типа электростанция, кстати говоря, вот. Вот как раз стоят. Ну, что-то здесь как бы нету никаких миссий, ничего. Lake Dale Wood. Типа что-то с деревом. Ну как-то не знаю, вот это типа на электростанцию похоже. Так, как мне до этой вышки добраться? Я вообще не могу понять. Ну, скорее всего, мы пока ехали по плохой еще дороге. Наверное, надо было там нам. Хотя можно как-то здесь проехать. Ну давайте, ладно, сейчас направо завернем. Конечно, я не хотел, чтобы видос слишком долго был бы. А вот эта дорога куда ведет? Вообще дорога ли это? Так, может как-то здесь можно и добраться. Давайте-ка попробуем. Тоже интересно. Кстати, карта вообще довольно-таки прикольно сделана. Вот, типа УАЗик такой стоит. Местность вообще вся прорисована, как бы отлично. Вот посмотрим, как бы, ну, не знаю, на карте как бы ее нету, этой дороги, но она вроде как есть. Может, она с крышки приведет? Да, конечно, тут вообще полный бездорожен. Вот раньше, вот, когда был очень мудранер, да, просто на камнях очень урон получал.
транспорт. Так, давайте-ка мы, наверное, пониженную включим. Полный привод. Так. Может, что-то она вообще как-то не хочет заезжать нормально. Так, похоже, сейчас мы до вышки и доберемся. Потому что как раз-таки вот здесь я вижу, что мы к ним подбираемся. Так, вот тут мы, наверное, не проберемся. Да, по коням, конечно, вообще не очень-то ехать. Так, дорога куда-то уходит. Так, посмотрим, давайте-ка, ладно. Так, ну, сейчас мы выключим понижайку эту. Так, вот уклон, и если сейчас начнем скакать, то есть такая вероятность, что мы сейчас куда-нибудь кувырнемся. Вообще бы на этот УАЗик надо поставить автономную лебедочку, потому что если кувырнуться, ну, получится, да, то хотя бы можно сам себя поднять. Так, блин, вот тут лучше заехать или тут? Тут до вышки надо добраться, вот как? Как-то надо... Это как-то расположилось. Давайте, ладно, по этим деревьям сейчас мы... А, понижайки заключать. И понижаечки плохо рулить нам, да? Оп. Ну что могу сказать, мы почти доехали. Давай, 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 ползи, давай. Ну что ты, давай, давай, давай. Так, ладно, то без понижайки чувствую здесь без полного привода никак. Хотя тоже не хочет залезать, а? Какой? Так, ладно. Опс. Юпс. Давайте там с этой стороны. Что-то есть же альтернативный путь. Так, сейчас поближе приближим. Так. Опс, как хрустит коробка, а? Так, стой. Ну как тут, не знаю, вот она, машина, честно, плавно вообще не стронуться. Осталось, пробуксовка просто берет. Ну давай, минус деревья. О, какой, смотрите-ка, а. Ой, что-то, дерево-то мы погнули, но... Ну что-то она вообще, не знаю, вот рулится реально плохо. Даже я выключил блокировку на все 4 колеса. Все. Так. Ну что, давайте-ка обзорно посмотрим, что у нас тут. Красота, птички вон летают. Так, обнаружена новая задача, да? У нас что у нас тут? Так, опа. Станция лесозаготовки к новым горизонтам. Деревянный каркас. А, это можно разобрать построечку. Ну, только нельзя туда пробраться-то, конечно. Здесь, да, можно будет, если что. Площадка вот для генератора. Станция лесозаготовки. Возрождая утраченное. Что-то непонятно есть какое-то здесь. Так, улучшение. Так, мост. Мост разрушен. Сразу же вижу. Так, это что у нас? Брошенный, но не добытый какой-то завод. Угу. Тоже брошенный. Так, еще мост один, но он поврежден. Вот она, железная дорога, походу, или что это? Площадка для генератора. Нет, это не железнодорожная станция.
Но вот здесь надо мост отремонтировать. Мост отремонтировать. Здесь как бы не проедешь нигде. Вот если только может здесь что-то. Ну ладно, это мы уже не будем. А то слишком уж видос долгий получится. Не знаю, надо как-то попроходить SnowRunner. Может этим заняться тогда. Так, давайте, где мы тут находимся? Вот тут попробуем до сюда доехать. А, вот, ЖД-станция. Вот она, как есть. ЖД-станция, просто она что-то... Давайте до ЖД-станции доберемся, как раз таки посмотрим именно са... О, тут пошел дождик. Самое-самое, что как бы есть... Ну, как бы основное, да, здесь просто надо как бы ее восстановить. Опа, здесь, смотрите, какая-то дорога. И куда она ведет? А по карте куда она ведет? Куда-то она ведет не туда, куда нам надо. Так что давайте-ка мы назад. Нам туда не надо. Должна чувствовать, приведет нас туда вот. К какой-то миссии наверх горы. Извиняюсь, что голос вообще не очень. Что-то вообще садится голос. Так, проедем мы тут. О, да вроде должны. Так, а там дальше как мы? Давай, ползи, родной, ты же сможешь. Опа, вообще что-то влющит, ну, по-детски. Это камень мясный, она так будет. Я что-то такое было, вот сегодня вообще кувырнулся бы. Так, нам сейчас надо главное выбраться отсюда с этого. Давай ты. Не, ну конечно, УАЗик он пролезает везде. Так, давайте подальше сделаем. Еще дождь, вот когда вот я так заметил, начинает идти. Грязь такая более вязкой становится, камни более скользкими. Вот это реалистично здесь присутствует. Камни это вообще трындец. Фига я бензина. Надеюсь, он... Не, вообще УАЗик на бензине был. На солярке их не было. Единственное, что там Хантер там какой-то ставили, уже тойотовский двигатель дизельный, но это уже редкость, так сказать. В основном все бензиновые ставили. Так, надо нам доехать до этой ЖД-станции и посмотреть, что она там все представляет. Так. Сейчас нам налево. Ну да, вот она грязь такая стала такая. Более вязкой. Типа уступить дорогу, еще главная дорога. Точно не регулируемый Т-образный перекресток. Так, дождик закончился, это хорошо. Вот когда на больших скоростях, если сгоняешься на этом УАЗике, он вообще такой плохо управляемый становится. Подлоги маленькие. Игра вообще требовательная. Я помню, стрим запустил один, по-моему, посмотрел этот стрим. Понял, что либо снижать графику, либо лучше не стрелять. Записывать видосики, как бы, ну, комп еще тянет, а вот на стримы уже не очень. Так. Что, куда, куда, куда? Так, нам надо вот сюда направо. Там туннель в той стороне. Ну, круто, а тут что? Warehouse. Не, реально красиво вообще. Такое все зеленое, насыщенное. Вообще классно, мне вот нравится. Мудранери как-то вот, когда мы играли, многие, да, там как-то, ну, похуже было вообще. Ну, там игра, конечно, довольно-таки старая уже. Так, тут склад у нас поворот, я так понимаю, сюда, да? Так, ну ладно, нам на склад не надо, нам надо вот сюда, ну как вот... Видите, смотрю.
такой водоемчик. Насколько здесь вообще глубоко? Давайте-ка понижаюсь и сразу же. Так, ну у нас воздуховод сделан выше, так что мы должны проехать. Так, вот здесь вот. Давайте-ка она поближе к деревьям, мало ли себя лебедочкой тащить придется. Ну, здесь уже поглубже. Да, в принципе, нормально. На понижаечке медленно, но ползем. Здесь как-то такое ощущение, что вот реально дорога была, просто уровень воды поднялся выше. Так, все, понижайку мы это выключаем. Здесь какое-то строение. Чего там? Закрывает надпись, ладно, сейчас кинем, посмотрим. Так, извиняюсь. Что-то вообще голос не к черту. Я в магазин записывал нормально, все было. Что-то сейчас начал видео записывать. Голос что-то вообще испортился. Так что приношу извиняюсь. Так, вот мы доехали, добрались, так сказать, до ЖД вот этой станции. Ну да, уже даже на пути. Это не. Ну, здесь как бы ничего не пострадало. Как-то странно, не провисший тут. Так и должно быть. Если когда заезжаешь на ЖД пути, ну, сам уже немножечко это чувствуется, что не очень-то хорошо едет. Вот какая-то погрузочная фигня. Машинку то есть оставил. Так, ну что, здесь как бы ничего такого нету. И что тут такое? Loading car, это качество за. Загрузочная платформа. А, нет электричества. Соответственно, я должен сначала починить электричество, сделать. Похоже дело. И потом уже здесь уже что-то делать дальше. А вот домик-то можно разобрать. Вон контейнеры. Так, давайте посмотрим дальше там железную дорогу. Мне вот это интересно стало. Сейчас вот немножко прокатимся, потом может быть. А здесь вообще все плохо. Железные пути какие-то странные, они тут. Не знаю, или так и должно что-то быть. Ну как-то я сомневаюсь, что должно быть. Здесь все затоплено, во-первых, а во-вторых. Здесь потерпело крушение. Здесь поезд вообще не знает. Вагоны все по сторонам. Так, я думаю, с этой стороны нам надо ничего не надо будет доставлять. Ну хотя, кто знает, может быть здесь надо. Ну, здесь, конечно, дорога перекрыта, там мост, который надо отремонтировать. Так, давайте сейчас в другую сторону прокатимся, посмотрим, так еще развернуться бы нам. На камень-то я наехал. Странно. Здесь, блин, все в воде.
какие-то камни. Ну, короче, тут вообще все раздолбало. Тут, короче, просто ужас какой-то. Так, я так понимаю, наверное, в этой сторону ничего не надо делать, хотя, может быть, и надо. Да, это посмотрим уже потом. Что-то меня вообще потом унесло. Ладно, давайте по этим булдыжникам проедем. Это будет намного быстрее, чем по этой железной дороге тут. Рама какая-то от грузовика. Так, давайте в ту сторону сейчас прокатимся, посмотрим, что там. Опа, эту штуку можно управлять, что ли? Это погрузочный экран такой. Оп. Колеса не так отбросило. Сейчас глянем, вот что здесь у нас, да, и... Наверное, там заканчивать видосик. А где вообще сам поезд? Что-то как-то его и не видно. На станции его нету. Может, он откуда-то должен приехать? Еще где-то там есть. Там туннель. Ну вот, давайте посмотрим, что там до туннеля. Доедем, если доедем еще. У нас осталось горючего 10 литров всего. Мы все потратим. Ну да, он жрет довольно-таки приличный тазик. Управляемость, конечно, у этого УАЗика такси. На больших скоростях, тем более, вообще там ужас. Еще домик можно разобрать. Так, вот туннели. Там я смотрю, какими-то камнями все завалено. Железнодорожные пути. Да, тут, короче, все за... завалено. Так, до туннеля-то мы добрались. Ну да, поезда что-то я вообще не видел. Потому что, ну, я там видел трейлер, да, там поезд должен быть. Но это, скорее всего, может, по-моему, появится откуда-нибудь, когда вот мы уже здесь подадим электричество, наладим процесс какой-то. Так что посмотрим потом. Так, не знаю. Надо, кстати, будет возобновить опять, ну, видосики, перетор, я только сделал несколько выпусков и опять что-то на этом все закончилось. Так, ладно, что, осталось 8 литров, чуть заглушим мотор, чтобы не палить топливо зря. Ну, вот такой вот у нас сезон пас третий, получается, это тоже сезон пас. Дополнение, там, три грузовика, добавили карту, очень, кстати, интересно, тут много разнообразия, что-то новенькое, добавили, вот видите, железную дорогу, надо отремонтировать, генератор сломан, надо тоже это все сделать, так что здесь много чего интересного предстоит нам отремонтировать, доставить грузы и все такое прочее. Так что, не знаю, посмотрим. Либо вот этот, может, Висконсин проходим на следующих видосиках. Либо там я, может, старое прохождение еще. Ладно, не знаю. В принципе, может, старое уже как бы карту проходить, может, уже не так актуально. Ну, вот тут как вышло недавно на днях DLC-шка новая. Так что давайте, может быть, здесь и покатаемся. Там еще какие-то грузовики будут перетащить. Потому что на этом УАЗике тут ничего не сделаешь. Ладненько. На этом закончим видео. Спасибо всем за просмотр. Ставим лайки, оставляем комментарии. Обязательно подписываемся на канал. Не болейте, будьте здоровыми, счастливыми. Всем пока-пока.